Чем мы занимаемся вечерами? Время 10:30, мы смотрим Survivor. Родители в той комнате, мы со Шкымом здесь, печка горит. Я лежу, он тоже лежит на том диванчике. Вот так мы проводим вечера. Завтра мы собираемся уже в дорогу. Хорошо погостили у родителей. Покушали вместе с ними вкусняшек. Поговорили, пообщались. Я очень довольна поездкой. Я отдохнула, расслабилась. Ашкам сейчас готовит постели. И скоро мы будем ложиться. Здесь мы, кстати, с Ашкевым ложимся рано. Так что вот, смотрите. Вот так вот мы проводим. Ашкем насылсен и мы один линден юкёйде. Чокте инлинден. Чокер улдон шихирде. Мои дорогие, решила вам показать ночной вид. Включила специально свет, прожектор, чтобы показать, как тут ночью в деревне. Тихо, спокойно, никого не слышно. На небе звезд нету, показывает, что завтра будет дождь. Тут дровишки подготовил Баба Джим. 4 градуса. Я посмотрела, 4 градуса тепла. Немножко ветерок дует. А ну посмотрим сейчас на улице. Кроме меня, наверное, никого нет здесь. Там никого нет. Здесь никого нет. Тишина. Сейчас в Мерсине в это время так шумно. Вот так вот, друзья мои, последний вечерок. Так хочется вам много чего заснять, моментов, потому что вам нравится многим. Стараюсь это делать. Даже не сплю ночами. Ображу, сейчас сказала Анемчику, я пошла по деревне снимать видео, потому что сейчас я открыла видео, мне пишут уже мои подружки-подписчицы в личку. Света, снимай побольше. Ты вот куда заехала с мужем. Вот такие вот дела мои, лапулечки. И я собралась и вышла. И я вот собралась, аж Кыма куртку одела. Мое пальто, манто я не одеваю каждый след. Жалко, не так ли? И вот так вот, мои дорогие. Вот заканчивается последняя ночь сегодня. Ну, что я могу сказать о своих впечатлениях? Конечно, я здесь еще раз повторюсь, что я отдохнула. Я столько наобнимала, нацеловала свою маму, Анемчика. Душу отвела, как будто свою маму обняла. Ведь я скучаю по маме, конечно, вот из-за этой пандемии все так получилось, что мы не можем видеться так чаще, насколько бы хотела наше сердце, наша душа. Но я уверена, что это все временно. На это есть очень веские причины. А знаете, что хочу рассказать вам? Мы когда приехали в первый день, Баба Джиму, хотя сделала прививку коронавирусом, но не дает себе поцеловать. Я хотела его руку поцеловать, а он мне вот так вот, кулак об кулак поздоровался. И я его только к нему, он говорит, нет. Я говорю, а ну иди сюда, Гельфура, я Баба Джим, я тебя поцелую. И я его как раз целовала, он так расслабился, ему так понравилось. Думаю, что я буду церемониться, я соскучилась, действительно соскучилась. Я о своем
свои ощущения и свои эмоции. Иногда не могу с ними справиться, со своими эмоциями, ощущениями. Я иногда не могу справиться. Ну что сделать, я такая вот импульсивная. Многие мне пишут, даже Светлана, вы этот... Да, видно, что вы устали. Да, немножко у меня нехорошие были новости у меня с Батуми, и поэтому я так переживала, старалась не показывать, но все-таки в душе переживала. Сейчас все наладилось, слава Богу, с Божьей помощью. Так что все хорошо. Эта поездка пошла мне на пользу. Так что, друзья мои, все, снимаю вам последнее вечернее видео, а завтра будет завтрак, потом обед мы уже не будем кушать, и завтра сборы будут в дорогу. Все, спокойной ночи, до новых встреч, смотрите мои видео, ставьте лайки, поддерживайте меня. Кстати, это видео я не могла загрузить, 3 вечера загружалось. Собачки появились где-то, салюты. А, собачки реагируют на салюты. Ну все, ошла я в дом, а тут холодно. Это не Мерсин, это Бор Кызылча. Доброе утро всем. Такое утро, морозное, холодное в Кызылча. Птички чирикают. Доброе утро! Последнее утро наше, прощальное. Я проснулась раньше всех. Хочу напечь блинов. Такое солнышко нас встречает. Пахнет навозом. Никого нет. Только курочки и кошечки. Весна постепенно приходит. Спят. Турецкая невестка должна встать раньше и приготовить завтрак. Настроение отличное. 8 марта сегодня. Поздравляю всех женщин с праздником. Будьте любимы, будьте счастливы, будьте желанны. Будьте здоровы, будьте богаты, мои девочки. Вечного вам счастья, вечных улыбок и позитивного настроения. Ну, а я пошла в дом готовить блины, печь блины. А вот и первый мой блин. Жарю блинчики, чай тоже уже готов. Не знаю, как они к этому отнесутся, понравится ли им или нет. Ну, будем экспериментировать. Я же говорю, они такие шустрые. Вот смотрите, блины жарятся. Сучук, яичница жарится. Быстро приготовила салат. Они уже скатерть постелили, уже все ждут меня, мои дорогие. Ну все, мои друзья. Все, я приготовила, успела. Здесь у меня яичница с удюком. Посуду помыла, все. Буду кормить завтраком, а то они уже заждались. Все, идем мы кушать. Экмек алдын? Олар. Benim bir parça ekmek vardı, onu getirsene. Hı, tamam. Şuraya bak, ekmekler ısıtmadan Aysa Hanım, bir şeyler. İyi var ya, geldim. Pişmiş Ya. Bu ne? Bizde var böyle bayram Masленица. O krek, ну, крекер o. Nasıl Türkçe o?
Крек, крек. Удай, эвет. А, япмак лязем. Меня машкем буем йор. Кендини япмак истимер. А вас сис тады на пока билир мы сын. Эвет, эвет. Шимди. О, баба Дим, как кушает блинчики. А немчику понравилось. О, чок гузель. Бегендин, баба Дим, безим. Масленица, блины. А, видишь. Какая я счастливая. О, тешек вредерим, баба Дим. Сиз бини безим хедия. Дейль, Машка? Только закончила уборку. Разложила все на места. Уезжаем. И хочу, чтобы все было чисто. На места как здесь было, так и это. Хозяйничать, переставлять я не имею права уже ничего. Самое главное, попылесосила, перемыла посуду, перемыла газ. Газ помыла и все. Остальное я не имею права переставлять, как я бы хотела. У Анимчика вот здесь розочки, смотрите, уже набухли, да? Как она так все делает? А это изюм. Вот какие-то здесь тоже розочки. Все, она вот смотрит. Так, ну что, пойду посмотрю, а что она там делает на улице. И не насыл я по Джексон. Мангал я по Джексон. Aslında mangallık değildi yaptığımız işte. Onu getirmiş. Haşlamalık. Haşlama içinde. Şunu da var. Maslinsa maslinsa tararararara. Tar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 a. Все сидят в соцсетях. Баба Дим тоже Фейсбук у него есть. Баба Дим да Фейсбук вар. Любит смотреть публикации. И вчера спрашивал сына, как нужно и что отвечать, куда нажимать. Только Анымчик не любит телефон, только знает обращаться телефоном, когда ей звонят. Детки ее. Самый неприятный момент – это момент расставания. У родителей тоже настроение. Нет, не знаю, чем нам угодить. Вадим хотел сейчас приготовить мангал, но мы только что позавтракали, буквально час или два назад. Нервничать, что мы покушаем, чтобы мы не проголодались в дороге. Вот что значит родителей. А мы вот ждем свое время, когда придет, чтобы мы переоделись и сели, собрались и сели в автобус и поехали. Погода такая хорошая, солнечная сегодня. Ну, каждый день здесь солнышко, да. Дождей не было вот за наше время нахождения в деревне. Птички тирикают, так тирикают, тирикают. Что-то рассказывают, рассказывают. Вот жизнь у них, да, интересная по-своему. Слышите? На солнышке.